Победитель проекта Первого канала «Голос дети» впервые выступит на сцене родного города со своей сольной программой. Даниил споет и уже полюбившиеся хиты, и презентует новые песни. Также представит и другие свои таланты. Даниил и его мама приглашают всех желающих 18 марта в 19:00 в концертный зал санатория «Южное Взморье». Справки можно получить по телефону +7 918 402 20 71.